Добрый день, друзья! С вами канал Кур в Мегаполисе. Меня зовут Эдуард. Сегодня моим утятам, а здесь у меня, так, подходить близко не будем. Здесь у меня два муларда, вот на переднем плане. С левой стороны утеныш, которому я помогал, кстати, после рождения. И справа вот второй мулард. И пять мускусных уток. Вот сегодня мулардам ровно 70 дней, мускусы на 5 дней моложе. Соответственно, им 65 дней сегодня. Ну, я выходные хочу убирать мулардов. Сегодня сделаем контрольное взвешивание. Взял я мешок, взвесил я мешок. Он весит 95 грамм. Ну, округлим. Чтобы нам удобнее было считать, будем считать, что он 100 грамм. Ну и сейчас взвесим мулардов. И потом хочу я еще взвесить два селезня здесь. Таких достаточно крупненьких. Вернее, даже, я так понимаю, у меня три селезня мускусные утки и две уточки. Да, две недели назад я убирал одного из мулардов. Это была уточка, кстати. Тушка была 2540, вот, то есть возраст у нее был 55 дней. Ну, посмотрим, сколько сегодня весят эти муларды. Вообще, от моих уток селезни в 90 дней весят 4500-4700. Для меня это такой ориентир. Ну вот, сегодня я говорю 70 дней мулардом и 65 дней мускусом. И посмотрим, сколько же они весят сегодня. Вот здесь в мешке этот утенок. Как говорится, от любви до забоя один шаг. То есть вот я его, можно сказать, выходил, выкормил. Ну, а теперь пришло время забоя. Ну, сейчас посмотрим, сколько он сегодня весит. Так, ну вот весы успокоились. Как мне сделать, чтобы было светло? По-моему, ничего. А, вот, видно, да? 4370 он весит. Ну, я думаю, что тушка будет в районе 3 килограмм. Чуть больше, может быть, 3 килограмм. Ну, сейчас забились они все в угол. С ними, кстати, здесь живет вот галашейный петух. Ну, сейчас второго взвесим. Второй оказался вообще бешеный. 4210. Ну, да, отнимаем мы, значит, 100 грамм, который весит мешок, получается, что этот 400, а тот, значит, 4270. Вот этот вот мой инвалидик. Ну, сейчас взвесим мускусных селезней. Ну, одного взвешу, большого возьму. Да, самое главное, это что я хотел сказать, что они откармливались самарским комбикормом. То есть стартовали они на ПК-5. В течение месяца я их кормил стартом. Ну и со второго месяца жизни они перешли на рост. Кстати, наш самарский комбикорм получил золотую медаль. Правда, за свиной комбикорм, не за куриный. Но, тем не менее, все равно приятно. Ездил наш представитель в Москву, получил эту медаль, которая вообще была вручена еще, вернее, дана нашему заводу еще в прошлом году на ВДНХ. Ну вот, получили они ее в этом году. Ну, я думаю, а за куриный комбикорм они получат от нас приз зрительских симпатий. Вот так вот можно сказать. Ну все, все, сейчас я выберу селезня крупненького и взвесим мы с вами его. Так, отловил я мускусного селезня, взвешиваем его. Друзья, ну этот товарищ не уступает муларду, как вы видите, 4365, то есть 4265 он весит в 65 дней. Так, еще что ли взвесить? Ну вот у меня здесь их трое, как я говорил, две уточки и три селезня. В принципе, если что, смогу поделиться такими красавцами. Яйцо я покупал
в компании «Птичий двор», если кого интересует. То есть, ну, я и качеством яйца доволен, и выводом доволен. Сегодня, вернее, завтра у меня должен быть очередной вывод муллардов. Надеюсь, что результаты будут абсолютно такие же. Ну, второй селезень чуть полегче. 430 получается он весит. Друзья, решил я еще и уточку взвесить, одну из. Так, сейчас яркость прибавлю опять. Ну, в общем, 3 килограмма она весит. Тоже достойный вес, я считаю, для двухмесячного мускуса. В общем, друзья, насколько вы понимаете, весами я доволен. Особенно это касается мускусных уток. Оставляю, в общем-то, всех их себе на родительское стадо. Думаю, к уточкам я Юлика своего подсажу. Ну, а к этим девчонкам, ой, вернее, к этим мальчишкам тоже есть у меня хорошие девочки, в том числе из молодежи. Вот, ну, в общем, я доволен результатами. Всем удачи, всем всего хорошего. Подписывайтесь на канал «Кур в мегаполисе» и оставайтесь с нами.